На протяжении всего сезона 2021 мы проверяли на прочность всю линейку удилищ X5 от компании Fox. Они прошли знойную жару и невероятный холод, ловлю на дальних рубежах и у коряк возле берега, а также почувствовали всю силу и мощь подводных обитателей. Мы даже не задумывались их жалеть на обычных рыбалках и уж тем более соревнованиях. Теперь пришло время рассказать вам всю правду. Всем привет, друзья! С вами команда Fun Fishing Team. И сегодня мы с вами поговорим про линейку удилищ X5 от компании Fox, которую мы использовали на протяжении всего сезона 2021. Поехали! Начнем мы с вами с рабочих удилищ. И в моих руках Fox X5 в длине 13 футов и тестом 3,75 LB. Эти удилища настоящие полноценные дальники, но в отличие от большинства конкурентов, они не имеют такой жесткий строй, похожий на кол. И это очень хорошо сказывается не только на вываживании, но и при работе на забросах, поскольку сил вы тратите гораздо меньше. Мы ловили ими возле коряк, камыша, от 10 метров возле берега до предельно максимальных для нас дистанций. И рабочее удилище Fox X5 можно действительно назвать универсальным инструментом, который прекрасно справляется со всеми поставленными задачами. Поскольку тест рабочих удилищ 3,75 LB, то приходится использовать тяжелые груза. Для покорения дистанций до 130 метров, независимо от погодных условий, мы вам советуем использовать груза 120-130 грамм. А вот для покорения максимальных дистанций нужно использовать груза 140-142 грамма. И именно они прекрасно нагружают бланк для максимальной работы. Ну а теперь давайте посмотрим поближе, в каком состоянии находится наше удилище спустя сезон эксплуатации. Обмотка колец и сами кольца в прекрасном состоянии. И это наше первое удилище, где обмотка колец не треснула. Ведь на Дайве, на Шимано и даже на Спортексе такие проблемы были. Есть, конечно, незначительные следы эксплуатации, но это естественный процесс для всех удилищ. Ну а теперь перейдем к удилищу Fox X5 Spotmarker. И это мощный инструмент для настоящих викингов и не только. Оно очень посылистое и имеет огромный запас прочности. Для маркирения мы используем груза 150 грамм. Сам бланк довольно звонкий, что позволяет без труда определять рельеф и выбирать правильное место ловли. Если говорить про кормление, то при использовании мидис-помпы вам нужен тяжелый и пропитанный корм. В противном случае работать на максимальных дистанциях вы не сможете. Он не будет нагружать удилище должным образом. А вот при использовании большого спомба проблем нет, и он прекрасно подходит для работы с этим бланком. Каких-либо проблем за сезон эксплуатации выявлено не было, и мы вам можем советовать эту линейку. У нас 6 рабочих удилищ и 1 спотмаркер, и все это мы хотим продать. Для чего, спросите вы? У компании Fox вышла новая линейка X5S, и именно ее мы хотим приобрести и протестировать по максимуму в сезоне 2022. Если вам понравилось данное видео, то жмите палец вверх, пишите комментарий, и мы продолжим снимать подобные обзоры. Всем пока!